День добрый. Добрый день. Надеюсь, хотя бы здесь мы обойдемся без хронобрейков и ремейков. Аминь. Давай все-таки решим, кто будет начинать. Специально монетка 5-рублевая. Орел, решка. Решка. Я так понимаю, начинаешь ты? Я победил. Правда ли, что в детстве я был полным? Здесь сложный вопрос, конечно. Потому что есть только две категории людей. Либо те, кто были полные и сейчас выглядят так, как будто полными никогда не были, или те, кто были и остались. Но так как ты у нас стабильный человек, я скажу, что это ложь. Нет, это правда. Я очень поздно начал расти, когда в долгое время я в классе был чуть ли не самым низким, но потом я очень резко вымахал, и вся эта полнота прошла. Но до этого меня все во дворе и друзья звали булкой, потому что я всегда что-то ел, и я ходил с такими полными щеками, с таким пузиком небольшим. Это очень мило, что меня за полноту дразнили чуть жестче. Stop it! Cut it out! Но я жду, что я скоро тоже вырасту. Вот-вот, от дня на день жду, да. Пройдемся ближе к Лиге Легенд. Правда ли, что Номанс как-то раз пытался взять у меня автограф? Я думаю, что это ложь. А это правда? Ничего себе, когда это было? Это было на ВТБ-арене, на финалах 6-го сезона. Он меня перепутал с Пухом. Значит, я Винни-Пух. Ты в этом уверен? Ну, конечно. Подошел, сказал: здравствуй, ты ведь Пух? Можно твой автограф? Ну, вы ведь не так похожи. Я знаю. Но с тех пор и Номанс это знает. Правда ли, что, будучи комментатором, я всегда выглядел опрятно? И старался выглядеть опрятно, и следил за своим дресс-кодом. Я отчетливо помню момент, когда это было, по-моему, в позапрошлом сплите, когда я видел тебя на экране, такой супер опрятный, с иголочки пиджак и все такое, а потом ты вышел из-за стола. Тебе были мятые шорты. Но это не перед камерой. Подожди, это не перед камерой. Ну тогда я скажу, что на камеру правда? Нет, это ложь. Когда мы работали еще на StarLadder, нам долгое время не могли, ну, нам обещали купить пиджаки и рубашки, чтобы мы выглядели более-менее солидно. И мы с LCR-ом просто акт протеста устроили, мы комментировали в худи, в обычных каких-то, которые были больше размера, они выглядели ужасно, абсолютно ужасно. Ну, я тебе скажу, что ты развиваешься в позитивном направлении, потому что в последнее время я тебя неопрятно не видел. Не допускаем предыдущих ошибок. Правильно. Учимся, как говорится. Правда ли, что моим первым никнеймом в Лиге Легенд был Файк Джи? Файк Джи? Звучит просто отвратительно, но я скажу, что это правда. Нет. Да что ж такое? Моим первым никнеймом был Влад, потому что, когда я заполнял форму регистрации, я увидел там поле имя призывателя, и я решил, что имеется в виду человек, который меня призвал в эту игру. Очень сложно. Я думал, тебе просто понравилось это имя. Ну, оно лучше, чем Файк, да. Но это была случайность. Надеюсь, твои родители не посмотрят этот выпуск. Да, они в курсе, я им 20 лет об этом говорю. Правда ли, что на буткемпе я являюсь таким же большим фанатом аниме, как и Кира, и он называет меня исключительно сэмпай или хакаги? А разве можно быть таким же большим фанатом аниме, как Кира? В принципе. Не знаю. Если бы я еще знал, что такое хакаги, и можешь не объяснять. Ну, я скажу, что это ложь. Конечно, это ложь, господи. Если бы такое происходило, я бы давно леща бы дал бы. Прогрессивные методы тренерской работы. Правда ли, что моя первая профессиональная деятельность в киберспорте зазывала? Зазывал. На площадках я тебя на самом деле почти никогда не видел, чтобы ты прям зазывал кого-то. Не, да это ложь. Мне кажется, то, что ты все-таки аналитиком начинал работать в киберспорте. Это правда. Это правда? Да. Первая
первый вид деятельности, за который мне были заплачены деньги, это на стенде джастов, вот как раз-таки на ВТБ-арене, я зазывал людей, приглашая их взять автографы у, так как я называл, косплееров на киберспортсменов. Еще, чтобы люди покупали мерч. Правда ли, что в этом сезоне я абсолютный рекордсмен по хронобрейкам и ремейкам? По-моему, я это даже считал, и это правда. Это абсолютная правда. Увы, это не хорошее достижение. Как бы этого не хотелось бы осознавать. По-моему, я второй преследователь. Ты второй. До последнего воскресенья ты был... Лидером. Ты был лидером, да. Но потом ремейк, он, знаешь, ремейк — это как два хронобрейка. Да. И, к сожалению, Даша ремейк был как раз в батче с вами. Да, я получил и ремейк, и хронобрейк в одной игре. Красиво. Это комбо-вомбо. Да. Правда ли, что после того, как я приобрел замечательную трость, я стал просить игроков своей команды обращаться ко мне док? Я думаю, это ложь. Хотя тебе это бы подошло. Это ложь. Everybody lies. К сожалению, точнее, никнейм док мне очень нравится, но когда ты просишь людей называть тебя так, это как-то не то. По ЧСВшник? Да. Не любят в киберспорте ЧСВ. Капа. Покчамп. Спасибо за достойную игру. Спасибо. Было очень приятно. О, 5 рублей. АТР. Давай отбросим всю эту мишуру и разберемся по-мужски. А давай.